что он может сделать намного лучше. Как я мог сомневаться в таком человеке? Раймонд Чоу предложил Брюсу Ли контракт на две картины с Golden Harvest. Брюс полетел в Таиланд, чтобы начать работу над «Большим боссом». Сцена из фильма «Большой босс». В США «Большой босс» был выпущен под названием «Кулак ярости». Он был снят на небольшой бюджет и в ужасных условиях, в небольшой деревушке.